Ну что ж, начинаем. Итак, Нетленфильм, кто от вас будет сегодня проходить кинопробы? В кино? В кино. Девушка, вы будете сниматься в кино? Я хочу. Хорошо. Тогда прошу, в кадр. Правда? Давайте, приступим к пробам. Можно? Можно начинать. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Письмо Татьяны к Онегину. Оригинально. Спасибо. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Вы экстрасенс. Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня. Вы не покинете меня. Вы выскочили из бани на мороз. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Вы пытаетесь дать взятку. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз в деревне вашей, нашей, видеть вас. Вас раздражает, что вами управляет ведущий. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать об одном, и день и ночь. Вы настраиваете войско перед битвой. И день и ночь, до новой встречи, но говорят, вы не людям в глуши, в деревне, все вам скучно, а мы... Ничем мы не блестим, хоть рады вам, мы простодушны. Вы сдали 2 литра крови. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я б никогда не знала б вас. По вам ползет змея. Не знала б горького мучения. Души неопытной волнения. Боже мой, мамочка моя, смири со временем, как знать. Вы скандалите со свекровью. По сердцу я нашла бы друга. Была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Да вы что, нет? Другой? Нет. Ты никому на свете не отдала бы... Вы рьяная комсомолка. Комсомолка? Комсомолка. То в высшем суждено совете, то воля неба. Я твоя? Вся жизнь моя была залогом свидание вечного с тобой. Вы фанатка и встретили кумира. Я знаю!